Намами Ганге Тавападу Панкаджам Сура Сураир Вандито Дибарупам Бхуктин Чамуктин Чадада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Раманья Джата Калапам Гоури Нирантара Вибуши Товама Бхагам Нараяно Прияманонга Мада Пухарам Барану Сипурапати Бхаджави Шанатам Ваги Шаджушу Бадани Лакшмир Яшача Бхакшаши Джасьясти Хидей Самбир Пам Нишинга Махам Бхаджи Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Садаям хидаям ясо бачаха сатта бхушитам каяха парахитам ясо калихи тасья каротихим Садаям хидаям ясо бачаха сатта бхушитам каяха парахитам ясо Калихи тасья кароти ким. Гаудия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад. Гаудия Гоштхипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад, Джагадгуру сказал, то, что чтобы спасти обусловленную душу от влияния майи, это большая задача. Чтобы спасти обусловленную душу из ловушки майи, это очень сложная задача. Не все могут представить даже сложность этого действия. Все стремятся к майи. И в этом океане майи Гуру Вайшнава не всегда пытаются спасти обычных людей от влияния майи. И вот они пытаются, и какое-то великое действие практически невозможно понять. На самом деле, это шлока, с которой начал. Это шлока из Нити Шастры. Садаям хидаям ясо бачаха сатта бхушитам. A sadhu is full of mercy. Саду, он полон милости. A sadhu, his heart is always full of mercy. Его сердце полно милости. Нет никакой враждебности, гнева по отношению к кому-либо. Это невозможно. Садаям хидаям ясо бачаха сатта бхушитам. Тот, кто всегда говорит об абсолютной истине и не говорит ничего ложного. И тот, чье тело, оно посвящено служению Верховному Господу. И если эти слова пытаться применять совершенным образом, то это применимо к чистым Гуру Вайшнавам. Эти слова, они применимы только к Гуру Вайшнавам, ни в какой другой области. Гуру Вайшнавы, они всегда милостивы. И их, они всегда полны сострадания. Особенно я говорю о тех преданных Гуранге Махапрабху. Патра патро вичаранам на куруте, на сванг паранг бикшате, дея дио вимарсако, на хи нова кало пратикша прабху. Шаддо я сраване кшана панамано дхяна дина дурлабам,
датте бхактирасам саива бхагаван гаураха параммегатихи. Тот, кто достоин или недостоин, Махапрабху не думает об этом. Особенность его аватара. Бхагаван, он снисходит в различных формах, но это особый аватар. Вот в этой шлоке описывают его качества, то, что он не придает значения качествам человека, а дарует прямо всем. Он дарует милость всем. Вот смотрите, чтобы нам обрести бхакти-расу, нам нужна емкость для этой бхакти-расы. И во время гуру-аватара, если у вас даже нет емкости для милости, например, кто-то раздает какой-то напиток, если у вас некуда взять этот напиток, как вы его примете? Но Гауранга Махапрабху, он настолько милостив, настолько уникален. Он не аватар, он аватари. Шри Чайтанья Махапрабху, он не аватар, он аватари. Все другие, они аватары. А Шри Чайтанья Махапрабху и Нанданадан Шри Кришна не аватары, а аватари. Они источники всех аватаров. И вот люди объясняют абсолютно татву различными способами. И этот Верховный Господь Парадпа Ракхилеша, Бхагаван Шри Кришна, Сваруп Бхагаван, Сваруп Бхагаван, значит, он ему не нужно зависеть от кого-то. Сваруп Бхагаван, значит, ему не нужно зависеть от кого-то. Он может являть различные лилы, а все другие аватары, они зависят. Они зависят от Бхагавана Шри Кришны. Но Бхагаван Шри Кришна, он независим, поэтому называется Сваямруп Бхагаван. И Сваямруп Бхагаван Нанданадан Шри Кришна, он приходит сюда в форме Шри Чайтанья Махапрабху или в форме Кришны. Бхагаван Шри Кришна приходит или и особенно в эту Кали-югу, после того, как Бхагаван Шри Кришна ушел, Шри Чайтанья Махапрабху приходит. И Бхагаван Шри Кришна думает, я пришел сюда, явился в этом материальном мире, как Нанданадан Кришна. Но я совершаю различные лилы, но обычные люди, они не понимают этого. Они не понимают, какие лилы я совершаю, и поэтому Бхагаван Нанданадан Шри Кришна решил явиться в форме Шри Кришна Чайтанья Махапрабху. Когда Шри Кришна Чайтанья Махапрабху явился, и вот он объяснил подлинную суть Кришна Лилы. Каково значение Кришна Лилы? Наша Гурварга говорит, то, что Лила Шри Чайтанья Махапрабху, это полное объяснение Кришна Лилы. Это полное объяснение Кришна Лилы. Это Гаура Лила. Гаура Лила — это продолжение Кришна Лилы. Если вы не изучаете Гауранга Лилу, вы не можете понять Кришну Лилу должным образом. И вот вопрос может возникнуть. Когда Мадхавендра Пурипад пришел сюда, и вот можно, кто-то спорить может начать, когда Мадхавендра Пурипад пришел или еще кто-то, они не видели Гауранга аватара. Кто-то может задать такой вопрос, но наша Гурварга говорит то, что Гаура аватара, она проявилась внутри их сердца. Мадхавендра Пурипад внешне нельзя найти, что Гаура аватара вечно. Он
То есть физически он не был, но Гуру-аватара явилась в своей форме в сердце Мадхавенду Парипады, и также в случае с Билла Мангала Такуром, поскольку такая уникальная раса. Такое чувство невозможно без Гуру Аватара. И иногда мы находим какие-то вечные спутники Гуранги Махапрабху явились до, а какие-то после, как Наротам Такур, Шринивас Ачарья, Рамачандра Кавирадж. Они все явились после явления и Шрила Бхактивинода Такура, Прабхупад, явились после явления Махапрабху, причем задолго после. И это не столь важно. А каково же определение Прасада, вечного спутника Махапрабху? И вот их объяснение этого слова таково, что те, кто пришли в этот мир, чтобы исполнить желание Шримана Махапрабху, если вы увидите, что они исполняют желание сердца Шри Чайтаньи Махапрабху, каково же это желание? Единственное желание Шри Чайтаньи Махапрабху в том, чтобы все души, они обрели Кришну Прему. И вот таким образом, без всякого разделения, Шри Чайтаньи Махапрабху, он хотел раздать. Он хотел раздать эту прему всем. Нитянанда ходил от двери к двери и просил повторять Кришна нам, Хари нам. И вот Шрила Тиртха Госвами Махарадж часто пел этот киртан. И вот Нитянанда со смирением, он ходил от двери к двери и просил людей повторять святые имена. Кто-то оскорблял его, кто-то бил, но он не придавал значения этому. Мы по указанию Нитянанда Прабху открыл Намахату. И все великие махаджаны, Шрила Бхактивинода Такура, Шрила Прабхупад, наша предыдущая гурварга, они принимают помощь от этой Намахаты и распространяют святое имя по указанию Нитянанда Прабху. И это особенность, что какие-то из спутников Махапрабху явились до его явления, какие-то во время, какие-то после, но суть этого не меняет, что можно узнать подлинных спутников Махапрабху по их деяниям. Поэтому это не столь важно, раньше они или после явились, они все равно его паршады, вечные спутники. И вот с помощью нашей Гурварги, Кришна Према, преданные пытаются распространить Кришна Прему по всему миру, может. У кого-то получается, у кого-то нет, но особенность Шри Чайтаньи Махапрабху в том, что Шри Чайтаньи Махапрабху, он был настолько милостив, что даже те, кто недостойны, не имеют даже емкости для бхакти-расы, то Махапрабху давал не только эту бхакти-расу, но и способность воспринять эту бхакти-расу, буквально емкость для этой бхакти-расы. And pot, if no pot, then so patra patra vijay, he is not eligible. He is eligible at the time of Guru Avatar. There was special discount. И вот во время Гуру Аватара была особая милость. Единственное требование, чтобы никаких оскорблений не было. Даже тигры, слоны, они тоже обрели прему. На пути в Джараканд Махапрабху он опрыскал их водой с реки, и они тоже начали воспевать харинам как могут. И это был особый случай, что эти тигры, львы, олени, они вроде враги, естественно, и тигры, они охотятся на оленей.
олени как-то пытаются избегать их, но в то время был особый случай. И во время Гора Лилы все эти свирепые животные, они обнимали друг друга. Они не нападали, но это особый случай опять же был, что все эти животные, они находились. И вот Бхагаватам говорится во Вриндаване. Нри здесь значит Симха Ади, эти все львы и прочие не жили в одном месте. Это особенность Гуранги Махапрабху во Вриндаване. Это особенность Бхагавана Шри Кришны. Они все кооперировались друг с другом и не... не нападали. И вот Махапрабху во время посещения Джараканда такую лилу являл. Единственное, что мы должны быть свободны от аппаратхи. Если есть какие-то аппаратхи, Махапрабху не может дать нам Кришна прямо. Если есть какие-то вайшнава аппаратхи, нама аппаратхи, другие аппаратхи, то Махапрабху не сможет даровать вам прямо. Если даже какие-то мусульмане, они и то могли обрести прямо, но при условии, что они не совершали никаких оскорблений. Как во время Махапрабху какой-то этот мусульманин послал своих людей, чтобы они помогли Махапрабху пересечь реку. И когда Махапрабху уходил, то этот человек, который помогал ему, хотя, будучи мусульманином, он все равно упал без сознания от переполняющих его чувств. Он общался с Махапрабху совсем мало, пока он помогал ему переплыть реку на своей лодке. Общение с чистыми Гуру Вайшнавами и с Бхагаваном, оно очень редко. Без этого общения никто не может, без общения с Гуру Вайшнавами никто не может обрести, не смогут достичь Бхагавана. Но опять, у нас никогда не должно быть никаких оскорблений. Если мы совершим эти оскорбления по аппаратхи, то продолжительность нашей жизни, она сократится. И такие люди из-за влияния этих оскорблений станут страшные, их изуродуются они. Яшо, значит, все предыдущие, предыдущая репутация, слава, яша, она уменьшится, дхарма, обычная дхарма, не бхагавад-дхарма, а какие-то благочестивые действия, они уменьшатся. Я обычно привожу пример. Так много людей задают вопросы, мы совершаем много баджана, совершаем парикрамы, совершаем харинам, едим прасад, слушаем харикатху, и почему мы не можем прогрессировать на духовном пути? В этом главный вопрос. Вроде все, что-то делаем, но главная проблема в том, что люди совершают какие-то оскорбления, из-за этого не могут прогрессировать. Я пример приведу. Как вы играете в шахматы? Можно видеть, дети играют в шахматы или какие-то подобные игры. They are putting here, like, you know, chase, you know. So there you can find, after long, и вот в этих играх можно найти, что они набирают какие-то очки, скажем, от 0 до 98, а потом,
then I can jump and I can come out successful. In the meantime, if you play the guti, then it become one. One mean you are going to touch the mouth of snake, again you can come to the ну, а в той игре, если so можно со змеей соприкоснуться, то все очки сгорают. И вот... И также с оскорблениями, если мы долгое время прогрессировали на пути баджана, но совершили какое-то оскорбление, то такие люди, они деградируют достаточно быстро. И вот еще один пример с этими экзаменами. Или на работу кто-то хочет устроиться, там какие-то экзамены тоже есть. 100 question, 100 question. You will have to give answer. Follow. И вот на экзаменах нужно ответить, скажем, на 100 вопросов. You get the question paper. There is written penalty mark can be given if you are going to make mistake. Follow what I say. Penalty mark. Мое условие, что если неправильно отвечать, то получаем минус один балл, а если правильно, то плюс один. Follow what I say. So now, after the exam is over, 2 hours exam. И вот если вот этот экзамен длится часа два, скажем, это такой ну, в общем, экзамен по какой-то теме. Objective type question, you will have to tick mark, only mark. If you can put right mark, then you can get one. If you make mistake, then you can get. А еще сейчас мода на такие экзамены, где просто галочку поставить. Не нужно что-то объяснять. И вот кто-то, например, отвечал на вопросы, думал, что все хорошо у него. И after that, when the result coming, you find zero. Why? Zero? И вот кто-то так сдавал экзамен, думал, все хорошо, а в результате смотрит, ноль получился. А почему случилось так, что человек на 50 вопросов правильно ответил, а на 50 неправильно, а в итоге ноль получил, ноль баллов. Вроде человек старался, отвечал на вопросы, в итоге ноль получил. Потому что наполовину неправильно ответил. И также этот пример очень полезен. Весь день с самого начала вашего дня, может, вы не встаете рано, но так или иначе нужно вставать перед восходом солнца, это очень важно. Если вы преданы, то за всю жизнь не сможете совершать баджан, если вы не можете встать перед восходом солнца весь день. Это очень благоприятное время для баджана. Утром где-то с 3 утра. Вот где-то с 3 утра, где-то примерно до 7, очень благоприятное время для медитации, воспевания Харинама, Гайтри. Если кто-то встает поздно, то ничего хорошего не достигнет. И даже в английском есть такая пословица, что кто рано встает, тому Бог дает. Буквально делает человека мудрым. И вот смотрите на ситуацию вашего баджана весь день. Кто-то может гангемоваться, а не повторять, есть. Надо на рати ходить, слушать харикатху, но нет улучшения в баджане. И что же делать? Нужно подойти к возвышенному саду и рассказать, чем вы занимаетесь, он послушает и даст вам дельный совет. И укажет на какие-то недостатки. Если у вас есть какое-то дурное общение, то поэтому это тоже может стать причиной вашей деградации. Или вы можете есть какую-то еду, которая к просаду отношения никакого не имеет. То есть, если, например, кто-то работает поваром за деньги, кто-то предлагает это все тоже за зарплату, то
такую еду назвать просадом сложно, и вы едите такую еду, то это совсем не просад, а какое-то жалкое подобие или вообще неизвестно что. Поскольку в Бхагавад-гите говорится, что если кто-то предлагает мне с любовью и преданностью, то тогда я принимаю это подношение. А если этого не происходит, то вот ничего хорошего не будет. И вот несколько месяцев назад какой-то преданный из Испании спросил вопрос про Махапрасад. Я ему очень обширно ответил. И вот смотрите, кто-то повторяет Харинам, но во время Харинама думает о деньгах, о работе и еще о чем-то. И таким образом это внимание от, вращается от Харинама к деньгам. Смотрите, если вы повторяете хотя бы намабхас, есть три вещи: Харинам, чистый Харинам, намабхас и намапарадха. Моя просьба вам, что не совершайте намапарад. Если вы неофит, то по крайней мере намабхас совершайте. Намабхас, конечно, не так. Намабхас, это совсем не чистое святое имя, как кто-то. Кто-то на улице, если просто говорит «Харе Кришна», это не Кришна нам. И то, что это намабхас, это тоже сложно сказать. Или если тот человек, он совершает оскорбление, то даже повторяя Харе Кришна, это может быть намапарадха. И вот в седьмой песне Бхагаватам говорятся такие слова. Санкетам парьясам стовам хераном ебаба байкунта нама гаханам асе сахага харанам виду. All different kind of агха, sinful activities. Все греховные действия, они могут за часть секунды уйти, если вы повторите намабхас, подобие святого имени и материальное мукти, освобождение вы можете обрести от материальных этих оков. Материальной мукти, по крайней мере, вы можете быть, чувствовать себя свободным от материи, тогда у вас будет возможность совершать баджан и смотрите, аджамил. Смотрите, аджамил, он смог повторять намабхас, и в итоге освободился от всех грехов, но смотрите. Он свою жизнь жил более-менее хорошо, потом пал и назвал благодаря своему благочестию своего сына Нарайана и таким образом повторял его имя много раз в день. И в итоге он обрел общение с Вишнудутами. Это было сатсанга. И благодаря этой сатсанге он достиг успеха. Не то, что Аджамил. Смотрите, этот Аджамил, благодаря общению с Вишнудутами, он обрел эту сатсангу и они освободили его от когтей ямадутов, и благодаря этой сатсанге он вспомнил свою прежнюю жизнь и начал совершать баджан. Он отправился в Харидвар, в уединенное место, и совершал баджан там, и в итоге достиг освобождения, но не сразу, а постепенно. И вот никаких намапарадх не должно быть, по крайней мере, намапарадх. И вот Шрила Прабхупада Бхактисиддханта Сарасвати, он часто Now,
они воспевали святые имена и вдохновляли нас на это. Как же улучшить качество своего баджана? Например, кто-то говорит, что про кого-то, что этот человек, он Крипа-патра какого-то махаджана. Крипа-патра значит милость, она должна находиться там. Что такое Крипа-патра? Это емкость для милости. Но если в этом горшке есть какие-то дыры, то мы не можем обвинять Гуру Махараджа, что Гуру Махарадж дал нам милость, но из-за наших недостатков эта вся милость, она утекла. И мы все время должны думать, как, где нашу силу, как наша сила и баджан уходит прочь. Сан Брамачари должен быть совершенен настолько, что даже в постели они могли повторять гайтри. Возвышенные саду, они ради нашего, для того, чтобы показать нам пример, они моются и повторяют таник в положенном месте, но подлинные саду, они настолько чисты, что даже в постели могут совершать арчану. Но чтобы показать нам пример, они, как Шрила Прабхупад Бхактивинода Тхакура, они являют нам идеальный пример. И вот из-за множества причин ваша сила, она, вы теряете свою силу. И вот в начале всего, чтобы защитить вас, баджан, вы должны определить, где же ваша ошибка, исправить ее и исправить утечки эти. Все определение прасада тоже нужно знать. И если много буду говорить, люди какие-то могут обеспокоиться. Вот на Бенгале есть такая пословица. But after the snack coming out, he wanted to get some insect. Kecho kurte sa, air are ingraji hoi na. Ну, в общем, пословица про то, что кто-то каких-то насекомых хотел набрать, а в итоге змея вылезла. И вот смотрите, вначале мы должны думать, как мы, почему мы не обретаем силу благодаря нашему баджам. Но мы вроде приняли дикшу, но из-за осознанных или неосознанных оскорблений, как шлока, про которую я сказал, и что это за шлока. Как, например, старшие благословляют нас, но это благословение. Если мы совершаем вайшнава-парадху, то все благословения могут уйти от нас. Продолжительность нашей жизни, наша красота и прочие качества, они тоже могут уйти прочь. Джасу значит репутация, дхарма различна. Все это может уйти, пропасть. Если то есть даже благословения родителей могут уйти, богатство и все духовные заслуги тоже могут уйти. И вот Махапрабху, он всегда хотел показать важность и значение вайшнава. Все учение Махапрабху, оно пролегает через это. И вот времени мало, завтра Гуру Пурнима, и та причина, по которой Махапрабху пришел, я говорил, свабаджан — это свой баджан, вибаджан, рагануга баджан,
И Прайоджан Баджан — это наша наивысшая цель према. Кришна према. Это идеализм Шачитани Махапрабху. Вся лила с начала до конца, все. Там описываются все эти вещи. И вот я рассказал о лиле Санатана Госая. Времени мало обо всем этом говорить, но мы знаем то, что сначала пришел Санатан Госай. И вот Рупа Госвамипад пришел, потом Санатан Госвамипад пришел второй раз. Санатан Госай, он ушел во Вриндаван и вернулся, и вот смотрите. Когда Рупа Госвамипад или Санатан Госвамипад, любые спутники Махапрабху, как Рупа и Санатан, они пришли в Пурушоттам Даму, чтобы жить с Махапрабху, совершать сатсангу. И правило таково, что они принимали прибежище у Харидас Такура, они думали, что они падшие души, жили, работали на мусульман, поэтому они считали себя падшими душами и останавливались в Бхаджан Кутире Харидас Такура. И вот Махапрабху каждый день принимал мовение, шел в храм Джаганатха, и там, если ему давал какой-то просад, гирлянды и все, что к нему приходило, он это нес, брал, заворачивал свою одежду и приходил к Рупе Харидас Такуру каждый день. Это была его такая ежедневная практика. И вот это показание, через которое Махапрабху хотел сказать, что Нам Бхаджан, он великолепен. Нам Бхаджан, он наивысший Бхаджан. Те, кто подданные, обычные преданные, можно часто видеть, они как обезьяны, прыгают туда и сюда, но они не знают, что если будут совершать Госсеву и Харикатху, вся прочая сева, она совершится, как Парикшит Махарадж, он только слушал. Кто такой Шраваначарья? Кто наш Шраваначарья? Парикшит Махарадж. Парикшит Махарадж, он показал идеализм, что через слушание Харикатхи. Он пример привел, что через слушание Харикатхи можно достичь успеха. Еще когда в Госвами, через говорение Харикатхи, Ваясаки через киртан, Прохлад через памятование, он памятовал Господа. И это девяти сложные бхакти. Они совершали только один вид бхакти, но все равно достигли великого успеха. И Махапрабху дает такой совет, что односложная бхакти, то есть мы можем совершать одну часть бхакти или несколько, или все сразу, как Амбариш Махарадж, он девять видов преданного служения делал одновременно. Но не каждый может этим заниматься. Кто-то любит слушать Харикатху, и это, этим только вы можете достичь успеха, если вы служите из подлинного источника, и ваш характер идеален, что вы, и то, что вы применяете Харикатху в своей собственной жизни.
А бывает, что если вы слушаете, не можете применить в своей жизни, то в этом случае успеха не достичь без применения принципов Харикатхи в своей жизни. И вот наставление Махапрабху в том, что может одно, один вид преданного служения или несколько, совершая их идеальным образом, мы достигнем успеха. Ништха значит полное, то, что вы полностью утвердитесь на этом пути. И таким образом вы достигнете премы. И вот смотрите, Рупа Госвами Пад пришел туда, мы должны смирение, смиренное настроение узнать от Рупы Санатаны. И если мы будем по-настоящему смирены, то тогда Махапрабху будет очень доволен нами. Если Махапрабху он обнаружит то, что у вас агрессивное настроение, то Махапрабху никогда не благословит вас и не сможет помочь. И тогда наш Рупа Госвами Пад пришел, и вот он остановился вместе Харидас Такура и Махапрабху каждый день. Он получил даршан Харидас Такура и проливал на него свои милости. Рупа Госвами Пад тоже был там. И вот во время нахождения там в Нилачалдаме каждый день наш Рупа Госвами Пад, он получал даршан Махапрабху каждый день, поскольку Махапрабху каждый день приходил. Каждый день Махапрабху приходил, и он оказывал свою милость Харидасу и Рупи Санатане. И вот однажды Махапрабху пришел с Раманандой Сварупгасаем. И после этого этот Бхаджан Кутир был сделан из каких-то палок и соломы, и он не был достаточно высок, Махапрабху не мог там стоять в полный рост. И вот когда он зашел, так согнувшись, Махапрабху был высок. И вот когда он зашел в комнату, то Махапрабху посмотрел на крышу и видел там пальмовый лист Рупа Госвами Пад. Он писал и складывал туда. И вот однажды Махапрабху пришел, Махапрабху Антарьями, он знает все. Он пришел и посмотрел наверх и увидел записку какая-то на пальмовом листе. И вот Махапрабху, он начал читать и был очень счастлив. Рупа Госвами Пад написал, и Махапрабху был настолько счастлив. И Махапрабху видел там он увидел там прославление святого имени вот в этой шлоке и сказал: «О, Рамахасу, что это? Смотри, это Рупа написал, я не мог ожидать. О, Рамахасу, я читал снова и снова. Я слышал много прославления Харинама, но этого мы никогда не слышали. Мы слышали так много славы святого имени, что Харинам, то и это столько великолепен, столько, но этого великолепного прославления мы никогда не слышали. Это первое. Это он написал чувство Радхарани о Кришнанаме. Это описание прямого чувства Радхарани. По милости Радхарани это явилось на
устах Рупы Госвами Пада, и он записал это. Это очень прекрасная шлока. Махапрабху сказал: смотри, какое прекрасное описание, как Харинам, он открыл свои вечные качества перед Рупой в ясном виде. Поскольку что такое Харинам? Это Пурвараг. Пурвараг значит перед, когда встречаются двое мужчин и женщина, и какая перед тем, как они чувствуют любовь друг к другу, вот Пурвараг — это предыдущее, предваряющее чувство любви. Шьямнам. Радхарани слушает имя Шьяма, и услышав Радхарани, сходит с ума. Радхарани говорит: кто воспевает имя Шьяма, я не могу этого потерпеть. Я и вот слушая, я слушаю это имя ушами, и оно входит через уши в мое сердце и делает меня сумасшедшей. И Радхарани после этого говорит: и вот поскольку это Шьяма, Шьямнам, он не отличен от самого Шьяма Сундара, когда чистые преданные, как Шрила Бхакти, но Пури Госвами Махарадж повторяет святое имя Хари Кришна, то значит, сам Господь, он пребывает в этом звуке. А обычные люди, говоря Харинам, это просто материальный звук, он похож на имя Кришны, но им не является. Только когда чистые преданные воспевают святое, святые имена, то в этом Харинаме сам Кришна присутствует. Например, кто-то хочет попить воды и спрашивает: воды, воды. Но кто-то говорит слово «вода», но вода и слово «вода», и вещество «вода» — это разные вещи. Но когда я говорю Махамантру Хари Кришна всем сердцем, то Бхагаван Шри Кришна может явиться в этом звуке, поскольку относительно трансцендентных вещей имя объекта и сам объект, как какой-то чистый преданный может произнести Ха Вриндаван, Ха Матхуранатх. И вот Махамеда Пурипат, он произнося эти слова, он плакал и повторил эти имена, и это значит, что сама Матхура в тонкой форме, она присутствует в этом звуке, но не каждый может видеть. Но когда мы повторяем слово Матхура, то можно видеть, что Матхура отдельно. Имя Матхура отдельное, мы отдельные, все так по отдельности. Никакой гармонии между этим нет. И поэтому я не советую ездить в Матхуру, если вы находитесь на таком уровне. И поэтому какие-то преданные жалуются на Махараджа, что он не одобряет поездки преданных непонятно куда. So behavior of Maharaj is not good. All the time I confess. Because I'm putting pressure, na? This way actually. И таким образом. Object, spiritual object, spiritual name, имя Дхамы, Намы, Вайшнава. Spiritual object and the spiritual name and the object of that name of that object is non-different from each other without gapping. You see. Follow what I say.
То есть имя каких-то трансцендентных вещей, они не отличны от самих этих явлений Рупа Госвами Патон, Рупа Манджари. Мы должны понять, что Рупа Госвами Патон, Рупа Манджари. Рупа Манджари, а в Гора-лиле он Рупа Госвами Пат. В Гора-лиле он Рупа Госвами Пат, но в Кришна-лиле, если вернемся, это Рупа Госвами Пат, он тоже там есть в форме Рупа Манджари. Это особенность Гора Баджана. И вот там Рупа Госвами Пат служит Радхарани и по милости Радхарани. Только-только по милости Радхарани прославление Харинама явилось в сердце Рупа Госвами Пада. И после этого я расскажу немного о Радха-ятре, поскольку лила очень обширная. И вот Радха-ятра пришла во время Радха-ятры, вы знаете, Махапрабху совершал Гундича Марджан Лилу, чтобы показать учение, исходящее из этой лилы. И вот Гундича Марджан Лила, когда происходило Гундича Марджан, это обычный, это особая лила, показанная Махапрабху, чтобы явить вот эту лилу Четадарпана Марджанам, чтобы очистить наше сердце. Ради этой причины Махапрабху совершал Гундича Марджан Лилу с веником и водой, поскольку наше сердце должно быть очень чисто, что не должно быть никакого сохранения кама, кротхи, мохи. Ничего не должно быть, если какой-то запах осквернения есть, то Харинам Прабху никогда не может явиться внутри нашего сердца. И вот Джива Госвами Пад в Сандарбхе пишет такие слова. И вот Махапрабху, он являет такую лилу для того, чтобы дать нам урок, что мы должны очистить сердце Гундича Марджан Лилы. И вот Махапрабху, он показывал во время Радха-ятры, но мы должны каждый день совершать эту лилу, чтобы очистить свое сердце, чтобы быть способными воспевать чистый Кришнанам. И если есть какой-то даже запах осквернения, то Махапрабху не может даровать нам свою милость. И вот потом Радха-ятра лила во время Радха-ятры, это Махапрабху показывает нам наши обязанности во время Радха-ятры. Махапрабху танцевал, он танцевал перед Джаганатхом. В каком настроении? Махапрабху в Радхабаве. Завтра я покажу, что Махапрабху не всегда в Радхабаве. Махапрабху иногда показывает нам Манджари Бхаву, иногда Радхабаву, хотя Радхарани внутри. Но все же Махапрабху иногда для нас, для нашего блага, я читаю Читамриту, могу привести и показать все шлоки. Иногда Махапрабху показывает настроение обычных преданных, иногда показывает Радхабаву, иногда управляет Манджари Бхаву. И все это для нас. И вот сейчас Махапрабху с Радхабавой. И вот когда он танцует перед Радха-ятрой, перед Джаганатхом, то Махапрабху там танцует, и там 108 мриданг играют, и Махапрабху танцует с полным экстазом. Никто не может понять или увидеть, и Махапрабху, то, что Махапрабху танцевал в семи группах. И вот Махапрабху танцевал в семи группах одновременно, но кто это мог видеть? Только несколько преданных. Этот Раджа Пратапарудра, Каши Мишра, гуру,
еще Сарвабхаума Бхаттачарья, вот они могли видеть, что Бхагаван танцует в семи сампрадаях одновременно. Все видели, что Махапрабху танцует в нашей группе, поскольку все преданные думали, что Махапрабху любит их больше всех, и поэтому он с ними. Но то, что одновременно Махапрабху был везде, эти видели это только те преданные, которые Махапрабху позволил увидеть. Бхагаван, он самопроявленный шакти. Например, Бхагаван здесь находится, мы не можем видеть его. Например, Бхагаван находится здесь, мы не можем видеть, но когда Бхагаван Свапракашита Шакти Юга Майя может помочь нам, то можно увидеть, что Бхагаван пришел к нам, иначе он будет невидимый. И вот эта Свапракашита Шакти, самопроявленная сила, она может, то только по ее милости можно увидеть, что Махапрабху во всех сампрадаях, а не в одной. И вот этот Раджа Прабхупада, он буквально сошел с ума, видя это. Раджа Прабхупада просил преданных: пожалуйста, помогите мне встретиться с Махапрабху. Я хочу увидеть его. Но Махапрабху говорил: нет, я никогда не могу встречаться с царями и женщинами. Саньяси не должен видеть их. Minister, king, everything, or but for Gauranga Mahaprabhu's prachar dharma, we can do. This is it. То есть Махапрабху, Саньяси, они не должны встречаться с женщинами, царями, министрами и прочими такими наслужденцами. Но ради проповеди это позволяется, для широкой проповеди. И вот Раджа Прабхупада, он был очень удачлив, но все преданные, как Рай Махашоя, он попросил Махапрабху: о Прабху, этот царь преданный, он хотел встретиться с тобой, почему ты не пролишь на него свою милость? Махапрабху сказал: смотрите, он царь, как я могу встретиться с ним, я саньяси, я отреченный. Это что хорошо встречаться с царями, и Махапрабху так хотел избежать его. И вот Махапрабху всегда хотел избегать всяких царей, но преданные снова и снова просили, что делать в итоге, что случилось. По просьбе всех преданных Махапрабху согласился: хорошо, но я встречусь с царем таким образом, чтобы другие люди не обвиняли меня. И как Махапрабху, смотрите, он, я объясню настроение Рупы Госвами Пады, то, что он почувствовал. Махапрабху танцевал в семи сампрадаях перед Радхаятрой, но каково чувство было у Рупы Госвами Пады? Махапрабху танцевал перед Радхаятрой с Радха Бавой, и каково было его настроение, настроение Радхарани Махапрабху? И вот Махапрабху с этим настроением плакал и танцевал, как они встретили Кришну на Курукшетре и просят его отправиться во Вриндаван. Я объясню эту шлоку дальше. И вот в начале эта лила очень важна. Махапрабху танцевал перед Радхаятрой и являл своей лилой, и после этого Радхаятра, когда закончилось, и вот в Балаганде какое-то место есть, и там
правила, установленные Джаганнатхом. Любые бедные люди, они в храм Джаганнатха не могут они зайти, то ли они с низкой касты, или еще по какой-то причине их не пускают, и поэтому можно предложить Господу издалека, когда он на Радхе, это наставление Джаганнатха, во время Радха-ятры нет никаких ограничений, все могут предложить все мне, и я приму это, любые бедные люди, какие-то поставить вне кастовые или с низких каст, Махапрабху, Джаганнатха, он принимает все. И вот когда Джаганнатха Радха достигает Балаганди, то Махапрабху и его спутники, они там отдыхали в этом саду, и Махапрабху зашел в лес, в сад. И все преданные тоже зашли и легли под деревья и на траву и начали отдыхать. Махапрабху тоже лег и уснул. Поскольку они несколько часов танцевали, они все устали. И вот Махапрабху явил лилу усталости и лег отдохнуть. И по наставлению Каши Мишры, Рай Махашая, все они дали наставление царю Раджа Пратапа Рудри. Ты не можешь прийти к нему на даршан в королевской одежде. Приди в обычной простой одежде. И тогда ты можешь прикоснуться к лотосным стопам Махапрабху, и он дарует тебе свою милость. И вот если бхакта преданный, он одобряет что-то, то, несомненно, Бхагаван тоже одобрит это. Если преданный говорит, что вы обретете даршан Джаганнатха, то вы действительно обретете его даршан. Одобрение чистого саду — это очень хорошие вещи. Вот, когда все преданные сказали, что сейчас Господь в экстатическом чувстве пребывает, Он отдыхает в этом саду, и ты можешь пойти и прикоснуться к Его стопам и произнести шлоку из Гопи-гиты. И Махапрабху обнимет тебя, ты не знаешь настроение Махапрабху, какое чувство внутри его сердца. Только преданные могут понять это, они знают. И поэтому они, и вот они, этот царь, он попросил милости у всех преданных, и в итоге царь Пратапа Рудра, переодевшись в обычную одежду, он пошел к Махапрабху, массировал его лотосные стопы, повторил эту шлоку. Jayati te dikam janmana brajo sat indira shashadatahi daita dishatam dikshutavaka taiditasabo tvam vichinmate taiditasabo asabo mean? Asabo, you know Sanskrit word. И вот это шлоку, на санскрите он произнес эту шлоку. Твои плюс дхита ашабо. Ашабо mean always pran, water, sand, always bahubachan. И вот на санскрите такие слова, как песок, они всегда во множественном числе. Пранаха, прана,
тоже всегда во множественном числе, в единственном не бывает. Наше сердце украдено тобой. Гопи вот говорят, что наш Господь, наш возлюбленный Господь, наше сердце уже украдено тобой. И сейчас наше сердце украдено тобой, и мы ищем тебя в каждом лесу. Где же ты? Мы умрем без тебя. Мы не можем жить без твоей милости. И вот когда Пратапарудра, он массировал стопы Махапрабху и воспевал славу Гопи-гите, то Махапрабху, он начнулся, кто же дарует мне такую амриту, дайте, хотя бы обниму тебя. И вот он обнял царя Пратапарудру, сказал, что ты столько нектара дал мне, а я бедный саньяси, не могу ничего дать тебе, давай хотя бы обниму. Бурида, значит, ты дал так много, что я не могу отплатить тебе за твой дар. И вот Махапрабху, он показал нам, а Махапрабху лилу такой явил, что он не знает, кого он обнимает. И вот закрытыми глазами он обнял его. Благодарность за то, что тот произнес такую великолепную шлоку. Ну, хотя тот был царем, но Махапрабху этого в этот раз не заметил. Он с чувством бавы. И таким образом царь Пратапарудра достиг успеха. И вот он обрел милость Махапрабху, этот милость царя Пратапарудра. И вот сейчас я могу вернуться к другой лиле, то, что Махапрабху танцевал перед Джаганатхом. Какое же подлинное настроение, кто может понять? Какое подлинное настроение Джаганатха, кто знает? Только Сваруп Госай, Рай Рамананда и Рупа Госвами. И вот Рупа Госвами подописывает эту шлоку. И вот я Тарадха, я И вот здесь в этой шлоке говорится, что когда эти гопи встретили Кришну в Курукшетре, они сказали, хотя мы видим тебя здесь, но все же мы не чувствуем этой бавы, я хочу обрести эту Вриндаван бабу, поэтому посмотри, сколько всяких царей и прочие челяди. Одно осквернение, два и куча народу, которые только мешают. И я хочу обрести тебя в Вриндаване на берегу Ямуны. Ты можешь играть на флейте, мы будем и общаться с тобой. И вот Радхарани
с этим чувством говорит. Татам сарадха тадидам убхайо сунгам сукам татапи антаха кхерат мамо мано мадура мурали панчама джусе мано ме калинда бубилпулина бибинайо сприхати. My mind like to get, вернуться во Вриндаван с Кришной. Мой ум хочет вернуться к Кришне. Чтобы обрести тот вкус Расалилы, о Господь, пожалуйста, вернись во Вриндаван. Если ты не отправишься во Вриндаван, мы не сможем понять, что твоя милость, она полная. Если ты вернешься во Вриндаван и исполнишь наши желания, и дашь возможность служить тебе, мы тогда поймем, что твоя милость, она полная, что Радхарани говорит. И вот Чайтанья Чаритамрита Кришнадас Кавирадж Госвами пишет, описывает настроение Радхарани. Что это на Бенгале? И вот здесь говорится, что тот... То, что в моем сердце есть только Вриндаван, нет ничего иного, а у материальных материалистов разные вещи в сердце, но в моем сердце только Вриндаван и ничего иного. Мой ум и сердце. Они, мой ум не отличен от моего сердца, а мое сердце не отлично от Вриндавана. И что это значит? И вот согласно простой математике, если А равно В, В равно С, то С равно А, то простая логика. И вот Радхарани говорит, это значит, что в уме Радхарани только Кришна. Твои лотосные стопы. Если ты опять вернешься во Вриндаван и будешь являть свои лилы здесь, то тогда мы поймем, что ты пролил на нас свою полную милость, иначе нет. И вот эту шлоку обнаружил Махапрабху. Рупа Госвами Пад никому не говорил о ней. Рупа Госвами просто записал и положил куда-то, и никому не рассказывал. Но Махапрабху, он обнаружил ее, Рупа куда-то ушел, но когда объяснение славы святого имени было, Махапрабху, Рупа Госвами Пад был там, но в это время он снаружи был. И вот Рай Махашой хотел узнать, Вот есть две книги, составленные по указанию Махапрабху. И когда Рупа Госвами Пад, он пошел в Нилачалдаму, и там рядом с Балешваром, вот он прошел Бадак, Балешвар, подошел до деревни Сатья-Бамапур, и вот Рупа Госвами Пад шел, достиг деревни Сатья-Бамапура.
Саттабхамапур, name of the village. And there, и там Рупа Госвами Патон отдохнул ночью, и Сатьябама явилась к нему во сне и дала наставление Рупе: «О, Рупа, ты должен отдельно это написать». Раньше Рупа Госвами Патон хотел составить эту книгу о Расататве не раздельную одно, но после наставления и вот он together. But when reaching Саттабхамапур, night time one ну, вот, day, но во время и вот в то время, когда он был в Сатьябхамапуре, к нему явилась прекрасная богиня и сказала, чтобы тот раздельно написал Дваракалилу и Вриндаванлилу в разных книгах. И тогда по указанию Сатьябхама Деви он проснулся и сказал: «Хорошо, это муж наставление Деви, чтобы отдельно написать эти книги». И вот он написал эти вышеперечисленные книги отдельно. И эта книга, и вот те госвами, он везде писали книги. Даже сидя зимой в лесу, мы спим под одеялом, они сидели и писали книги. Так много всего они нам дали обрести Бхагаван, это не шутки. Не думайте, что обрести Бхагаван — это какие-то шутки. Вы должны посвятить свою жизнь, вы должны всю свою жизнь посвятить этому, а не так, что просто носить тилакималу и все. Но так, нужно посвятить абсолютно все, сердце, душу, всю нашу собственность, все, что у нас есть. Мы должны посвятить лотосным стопам Гуру Вайшнавов и Бхагавана, и тогда мы сможем обрести Кришну. И вот сейчас по наставлению Сатьябхамы Рупа Госвами Пад начал писать отдельные эти книги. И вот он пришел в Пури, поселился в Бхаджан-кутире Харидас Такура, и тут Майрамананда и Саум Госвами пришли посетить Махапрабху. И Махапрабху по этой в хижине нашел эту записку с этой шлокой. Махапрабху, он был шокирован, он Бхагаван, но все же он явил такую лилу. Махапрабху, прочтя эту шлоку, он был удивлен. Рупы не было в то время, и Сваб Гасай Рай Рамананде, он сказал: «Как это возможно?» Махапрабху спросил Рай Махаса и Сваб Дамандара: «Как это возможно, что Рупа смог понять мое сердце? Как это возможно для Рупы понять мое сердце, что он написал это таким идеальным образом?» И тем временем Рупа Госвами Пад пришел. Рупа, он был, ему стыдно было, поскольку он был очень смирен. Он не гордился, что я написал такую книгу, там то и все. И когда не спросили, кто написал, он просто склонил голову и промолчал. И Махапрабху сказал: «Настолько это все прекрасно, я никогда не видел ничего подобного». Но Рупа Госвами Пад, он не стремился к славе, они знали, что все делается Махапрабху, все Харикатха, все прочее, но оно делается по воле Махапрабху, у нас смирение должно быть. И вот Махапрабху был настолько доволен, настолько счастлив, что я не могу описать. Махапрабху, он прочел эту шлоку и Курукхетра Милита Дислока, repeatedly Mahaprabhu reading and asking, Мор Мунер Катха Руп Кемоне Джанило, how it is possible, how it is possible that возможно, что Рупа, он узнает мое сердце. И Сварупа Госвами ответил: Рупа Пад, он знает твое сердце.
И сейчас это заключение Сиддханты, то, что ты пролил на него свою полную милость. Махапрабху спросил, как это возможно, что Рупа знает все, все мое сердце. И Сварупа Госвами сказал, да, он знает твое сердце, поскольку он получил твою полную милость. Сварупа Госвами, он говорит такую Сиддханту, как это возможно. Если я говорю Сиддханту Прабхупаду, то несомненно, это Шрила Прабхупад пролил на меня свою милость, иначе это было бы невозможно. И вот Сварупа Госвами сказал, вся милость Рупа Госвами Пад обрел всю твою милость. И Рупа сказал, да. Раньше Рупа, он встретился со мной в Аллахабаде. Rupapad meet with me at Allahabad. Rupapad meet with me at Allahabad. But there, I will bound to give Rasatattva. И там мы говорили о Rasatattva. Rupashikha was done. Rupashikha произошла. Rupashikha was done at Allahabad. В Аллахабаде. И Sanatana Shiksha в Варанаси. Sanatana Shiksha was there at Varanasi. And Rupa Shiksha was there in Allahabad. Allahabad, Dasasamit Ghat. You've been there? Foolish? No need of going. You are already sitting. Sarvatitta, all Titta in Harikatha. Все святые места не пребывают в Харикатхе. И нет нужды посещать какие-то другие места. Харикатха, она может и в форме всех тиртх явиться и благословить нас. Сам Бхагаван говорит. Мои преданные, когда они воспевают мою славу, будь уверен, Нарада, я пребываю там. И перед Нарадой Муни Бхагаван говорит, мои преданные, когда они воспевают славу Бхагавану, то, несомненно, я присутствую там. У Нарада я присутствую там, будь уверен. И это Дашашамит Гад в Варанаси. И там произошла Санатана Шикша, а в Аллахабаде. А то в другом месте было. И Махапрабху, он открыл нечто сокровенное. Он сказал Рупе, смотри, ты прав, поскольку я встретился с Рупой в Аллахабаде, и там я увидел, что он достойная емкость для милости Йогипатра. Я увидел, что он достойная личность для того, чтобы принять мою милость, что он Йогипатра, он достойнейшая личность, куда я могу поместить всю Сиддханту. И Махапрабху сказал, Сварупа Госвами, когда я встретился с Рупой в Аллахабаде, я обнаружил, что это идеальная емкость для милости, это то, что надо. И я подумал, что это хорошая возможность. И я хотел поместить всю Расататву в Рупу. И это случилось. Махапрабху, он... И вот он, и вот Рупа обрел его милость, и после этого Махапрабху сказал, о Рупа, Кришна, он океан красоты, океан великолепия, я не могу объяснить словами, я хочу дать тебе пример. Krishna is the ocean of beauty. Krishna is the ocean of rasa. How I can explain? Not possible. И как я могу объяснить? Я не могу. Я просто обусловленная душа. И вот, Рупа, я дам тебе хотя бы. Я дам тебе маленький кусочек этого. Попробую. И вот дал ему пример. Того, насколько прекрасен и великолепен Кришна, только чтобы дать тебе на пробу, я дарую тебе этот маленький кусочек.
И вот капля Кришна Према Махапрабху говорит Рупи Госвами. Капля Кришна Према может затопить весь мир. И что же говорить еще о чем-то? И таким образом Махапрабху, он всю расу Сиддханту дал Рупи Госвами. И вот Сиддханта в том, что я могу вернуться опять, поскольку я не следую порядку, прыгаю с темы на тему и сейчас вернусь к Гундича Марджан Лиле. Поскольку я не смогу вернуться, не смогу доказать, что вся раса Сиддханта исходит от Сарупгаса. Это почет, выражение почета. Раса Сиддханта исходит из Рупагаса. Это такое полное выражение полного почтения. Я сейчас вернусь к этой лиле и назад вернусь. И вот Гундича Марджан Лила происходит. И можно вспомнить, просто один просто сердечный браман, он пошел и полил водой лотосные стопы Махапрабху. Махапрабху он очищал сингхасану Джаганатха, поскольку тот завтра приходил, вот Махапрабху своей собственной одеждой. Смотрите, он сам Джаганатх и являет такую лилу. И вот когда Махапрабху говорит, и вот после того, как он закончил очищать этот храм, Симхасану Джаганатха, и вот и вот Махапрабху кому-то сказал, что нужно вот очистить весь храм Гундича, если он найдет какую-то пыль и грязь, то наказание будет в качестве организации просада для всех других преданных. И вот преданные начали собирать какой-то мусор. И в общем, в итоге Махапрабху насобирал мусор больше, чем все остальные преданные. Читая Чайтамрити, описывается этот случай, и это значит, что эти преданные были недостаточно осознаны в сборе мусора. И вот тем временем какой-то простой сердечный браман узнал, что он Верховный Господь, и поэтому полил водой его лотосные стопы. И тот начал, Махапрабху начал возмущаться: «Где же Сварупа? Почему ты перед Джаганатхом, перед храмом Джаганатха омываешь мои стопы?» Махапрабху дает нам пример. Он Джаганатх, но все равно является собой идеальный пример. И говорит: «О, оскорбитель, зачем ты перед Джаганатхом омыл мои стопы? Где же Сваруп? Позовите Сварупа. О, Сваруп, Прабху зовет тебя. Что случилось? Смотри, смотри, что случилось. Этот Гаудия, он простой гаудийский браман, он омыл мои стопы перед Джаганатхом. Это ж, я ж могу упасть, вот подумай». И смотрите, что он сказал, очень важные слова сказал, что я твой Гаудия. Бенгали, может, не все понимают, но должны изучать. И вот твой Гаудия, Махапрабху говорит Саугаса, смотри, твой Гаудия, смотри, какие глупые вещи делают. И наша Гурвага объясняет, что твой Гаудия, значит, вся Гаудия Сампрадая, он начальник всея Гаудия Сампрадая. И этими словами Махапрабху хотел показать нам, что Сварупа Госвами, он лидер всея Гаудия Сампрадая. Если вы будете нарушать его указания, то вы нельзя сказать, что вы Гауди.
любые гаудия, преданные во всем мире, они должны следовать наставлениям Саугасая. Наш Шрила Бхактивинода Тхакура и Шрила Прабхупад говорит, что те, кто не показывает, те, кто не следует наставлениям Саугасая, нельзя сказать, что они гаудии. И те, кто не одобрены Сварупа Госвами, то нельзя сказать, что они гауди. Я могу несколько примеров привести. Вот Сварупа Госвами, Кришна Сварупа Госвами, он дал полное ответственность за Расататву. Кришна Дасская Вражга с вами тоже говорит, любой, кто знает Расататву, он и Рупа Санатана, они знают все. Наш Рагунадас Гасай, он ученик Сварупа Госвами. Он Шикша ученик, не Дикша, а Шикша ученик. И вот Махапрабху, он предложил Рагунатха Даса Гасая лотосным стопам Сварупа. Я даю тебе этого. Его. И вот мы должны понять такую сиддханту, что вся Расататва исходит из Сварупа Госвами. И хотя мы вечно Рупа и Санатана не вечны, но все же, как джива, она... Nitya Siddha Krishna Prem Sadhya Govarna Hai. The eternally present. But still we can find. Как вот в этой шлоке говорится, что but beginning is not there. Джива не за памятных времен, но начало этому не найти. Это вечная дама, Вриндаван, все они сотворены Нитянанда и Баларамой, но если начало этого нет, они безначальны. Нельзя определить, что Галока была основана в какой-то год. Нет, они безначальны, не за памятник времен. Баларам проявил эти дхаммы. Любые вечные, любые вечные явления, у них нет начала. Кришнадас Кавираж Госвами и кто-либо знает Расататву, не знает изначально ее от Сварупа Госвами. И вот сейчас я хочу сказать нечто важное. Один поэт из Бенгала отправился туда, в Пурушоттам Даму. Из Бенгала, и вот он отправился в Пурушоттам Даму. Он хотел написать славу Джаганнатха. И вот он что-то написал, хотел Махапрабху показать. И вот наш Бхагаван Дас, он, его... They all request Mahaprabhu, they all request Sarupa Goswami. И вот его чем еще кто-то, ну, в общем, хотели эти стихи Махапрабху показать, но Сарупа Госвами сказал, это наставление Махапрабху в том. И в чем же это наставление? То, что любой, кто пишет что-то в начале, они должны читать, показать это Сварупа Госвами. Любой, кто приходит с любой писанины или еще чем-то сначала, должны показать это Сварупа Госвами.
Это правило, данное Махапрабху. Если Сваруп Госвами одобрит, то тогда можно это Махапрабху показать. И вот Сваруп Госвами сказал, этот писатель, пускай сегодня прочитает, мы послушаем. Today afternoon time we can all together can sit and he can recite, we can hear. Follow what I say. Then Swarup Gosai is sitting very humbly. Сидел там этот материальный поэт, он не был духовным. Он начал читать свои стихи, и только начал, Сваруп Госвами сказал, что за ересь, ты материалист, не имеешь никакого знания о Расататве, а эти стихи оскорбляют только Джаганатху и Махапрабху. Этот писатель испугался. Махапрабху, естественно, это все не показали, где-то сели снаружи, чтобы не беспокоить никого. И Сваруп Госвами очень разгневался, отругал его, сказал, что ты не знаешь ничего о Расататве, не знаешь никакой Сиддханты. Сиддханта вирод значит неправильное сиддханта, отклонение от сиддханты. Противоречащее нечто. А расабас значит смешение, беспорядочное смешение рас. Как Яшода, например, если кто-то скажет, что Яшода смотрит на Расалилу, то это ересь. Яшода не может такого делать, она вацаля-раса, а вацаля-раса с Мадхури никогда ни в каких обстоятельствах не смешивается. И вот Сваруп Госвами, читая Читамрити, описывается. Сваруп Госвами очень разгневался, начал говорить. And take the association of pure devotees. Yeah? И вот он сказал, что иди общайся с преданными Гуранги Махапрабху, вот такими словами. Иди общайся со спутниками Гуранги Махапрабху, и потом можешь написать что-то достойное, а сейчас, не знаю, не Расататвы, вообще ничего. Ты что-то пишешь, что толку от этого? И вот этот писатель очень испугался, и ему стало очень стыдно за свою писанину. Sri Chaitanya Prabhu Bande Balo Yopi Jatano Grahar Tarinanaras Tarinara Mato Graham Bhakto Siddhanta Sagar. What is this? What is this? Что это за шлока? Это шлока, написанная Кришнадас Кавираджем Госвами. И что говорится в ней? Даже ребенок, как Карнапу, он может говорить идеальную сиддханту. Бало-опи, несмотря на то, что этот ребенок может быть маленький, но по милости Гуранги может пересечь океан бесконечной сиддханты. Настолько велика милость Махапрабху, и что Кришнадас Кавирадж Госвами пишет. Sri Chaitanya Prabhu Bande Balo Opi Jadano Gurhar Tarin Nana Mato Graham Bhakto Siddhanta Sagaram. Siddhanta Sagar is full of Siddhanta Sagar, это океан Сиддханты, полон всяких якул и прочих and, you know,
опасных крокодилов, которые могут нас поймать. Но по милости Гауранги, океан Сиданты можно запросто пересечь. И Сваругасай был очень счастлив услышать эти слова и сказал: «Не обижайся, вначале совершай баджан, изучай сиданту, не нужно пытаться что-то говорить, и после совершения баджана ты почувствуешь, что сиданта явилась в твоем сердце, и тогда ты сможешь что-то говорить, а просто говоря что-то ради славы и денег, это совсем не харикатха». И вот Сваругасай сказал: «Хотя ты много ошибок совершил, но все же Шуда Сарасвати, она одобряет тебя». И вот это было наставление, что все, кто приходят с какой-либо сиддхантой или с каким-то произведением, они сначала должны идти к Сваругасаю, потом и Сваругасай одобрит, они должны прийти к Махапрабху. И вот you can say Sargasai not there, so what? Sargasai not there, but Sargasai is that fountain head. Any acharya, any acharya, any sadhu, и вот любой acharya, любой sadhu, они society, if is not enjoying his siddhanta, which are not going to enjoy the kripa of Sargasai, he is not going to get the approval of Sargasai, he is not perfect acharya. One example. И вот пример из Чайтанья Чаритамриты, как кто-то несет какое-то золото в золотой магазин. И этот ювелир, он проверит золото на его подлинность. И вот у него есть какой-то камень для проверки чистоты золота, он потрет его им. Коштипато называется на хинди кокосовти. Any acharya, don't fight with anybody. It is my siddhanta. И вот мой сиддханта я слышал от Гурваги. Не спорьте ни с кем, куда бы вы ни шли, что бы вы ни слышали или видели. Вы все равно должны думать о Сваругасае, как о его идеальном примере. Нужно, если вы видите, что это не соответствует сиданте и учению Сваругасая, значит, этот ачарья не подлинный до тех пор, пока великий саду, и вот до тех пор, пока великий ачарья не будет одобрен Сваругасаем, этот ачарья не может быть принят как Гауди ачарья, Гауди преданный. И вот сейчас я расскажу о Рагунат Даси Гасае. Один пример приведу. И вот для Рагунуга Баджана эта сиддханта очень важна. Я сейчас расскажу о нем и закончу. И вот Рагунат Даси Гасае. Спустя долгое время он пытается уйти из дома, но так или иначе, по милости Нитянанды, Рагунат Дас Гасай, он в итоге смог уйти из дома, достиг Пуршоттамдамы, Гамбхиры. Махапрабху сказал Сваругасаю и Говинде: «О Говинда, смотри, он шел очень долго с Бенгала до Ориссы, за три дня выпил немного молока, накорми его как следует». И тому сказал: «Иди, прими его венья в Насамудре, прими просад, ты должен восстановиться». И Рагунат Дас Гасай, он был очень отвечен. Он
просил Махапрабху, но не прямо. Он не мог прямо спросить у Махапрабху. И спросил через Говинду или Сваупгаса, он просил какие-то наставления от лотосных уст Махапрабху. Сваупгаса, он был там. Я уже сказал, когда Рагунатх достиг Гамбхиры, Сваупгаса уже предложил его Рагунатха лотосным стопам. Сварупа Гасая. Он уже был предложен им, но все же снова Рагунатха Гасая, он хотел получить какие-то прямые наставления от Махапрабху, и что же делать. В итоге он решил: я уже предложил тебя. Лотосным стопам Сварупа. Сварупере томар уподешта кори дило. Сварупере томар уподешта кори дило. I make you Sarugosa, I make Sarugosa advisor. Yeah. I make Sarugosa your advisor. Why you дал тебе Сварупу в качестве гуру. Well, зачем ты опять меня спрашиваешь? И Сарупгаса сказал: о Прабху, он все равно хочет услышать какое-то наставление тебя. Махапрабху сказал: хорошо, я покажу ему, что Сварупгаса — это твой гуру, твой наставник, он очень сведущ во всем. И если ты имеешь веру в меня, то я скажу тебе это. Вот он начал говорить. Что он сказал? Это основное наставление для Рагануга Бхакт, для преданных Рагануг, для Гауди. Мы из Гауди Матха. У нас есть это Сиддханта. Кто-то привлечен деньгами, женщинами, и если думает, что такой человек может совершить Рагануга Бхаджан, что это шутки. Нет, Махапрабху очень строг. Шрила Прабхупада тоже очень строг. Кто-то жалуется на строгость, но все же я не могу вести себя иначе. Я не могу относиться к вам так, что вы станете обезьянами вскоре. Я не могу этого делать, поэтому я очень строг. И вот Махапрабху говорит: я назначил Сварупу твоим наставником. Но все же, если хочешь что-то услышать от меня, я могу сказать, что мы, если мы хотим стать гаудиями, мы не должны слушать какие-то материальные разговоры Грамья Катху. И мы должны прекратить говорить на какие-то материальные вещи, не ожидать какого-то изысканного просада. Мы можем посмотреть на жизнь Рагунатха, насколько он просто живет. Он просил подаяния. И Махапрабху однажды спросил у Рагунатха, что же он ест. Если он что-то Сваупгасае сказал, Прабху, он подумал, что стоит у ворот храма Джаганатха, и все, что ему какое-то подаяние приходит, он это ест. Махапрабху сказал: хорошо. И через месяц он спросил, что с твоим Рагунатхом. О Прабху, он просил Мадхукари у ворот, подумал, что это нехорошо,
и решил пойти в Чатру. В храме Джагнатха там рис и прочую еду раздают, там царь одного штата. Ну, в общем, пожертвовал кучу денег, чтобы от его имени раздавали всем саду просад. И вот там, в общем, раздают чатра, это место называется. But at present, Raghuna took decision not to beg in a gate is very bad. So he took decision to go to Chatra, I mean rice, you know, where rice is being distributed. There he is going, very good rice. And here, the father of Raghunathas Gosai, very important Siddhanta, after that I can stop. Very rich. Отец Рагунатха, он был очень богат, подобен Индре. И когда он тут ушел из дома, и что же делать? Отец Рагунатха Даса Гасая послал кучу денег, золотых монет. Он это все отправил слугу и сказал, что если что-то Рагунатху надо, то вот забудьте о нем. Поскольку так он деньги не брал, но если что-то надо, вот можно оплачивать все его расходы. И вот тогда Рагунатх Дас Гасай сказал по просьбе отца и матери, он и вот Рагунатх Дас Гасай подумал, это деньги моей семьи. И вот он подумал, что эти деньги я себе не возьму, но могу пригласить Махапрабху на каждый двадаши. И вот он, Рагунатх. И в итоге Махапрабху согласился, и через какое-то время Махапрабху какое-то время приглашал Махапрабху, а потом прекратил приглашать Махапрабху на прасад. И Махапрабху спрашивает у Сваруп, Рагунатх больше не приглашает нас, почему? Сваруп Гасай сказал, о Прабху, Рагунатх думает, что ты недоволен им, поскольку эти родственники мои материалисты, ты вроде отказаться не можешь, но и недоволен. И твое сердце все равно недовольно. И Махапрабху сказал, да, правильно. И он произнес такую шлоку, что если мы едим еду от материалистов, то или купленную на деньги материалистов, то наше сердце оскверняется. И вот Махапрабху был очень рад, что Рагунатх, он обрадовался, что тот понял его сердце, как вот нехорошо принимать пожертвования от каких-то материалистов только для того, чтобы, ну, если кто-то принимает, то принимать по крайней необходимости. Рагануга Баджан — это не шутки.
И вот Рагунуга Бхаджан другим образом не может быть совершен. И вот отреченность Рагунатха, она начала возрастать по милости Махапрабху и Сварупа-госвами. И вот Рагунатх, он никуда не ходил. Махапрабху, куда же он пошел? А где же он? Если не, ну вот ночью, он идет туда, где Джаганатха, этот, ну, в общем, этот оставшийся просад, который не продали, эти панты отдают коровам, и Рагунатх этот рис ест вместе с коровами. Он ест, берет его, моет, солит и ест. Махапрабху был очень счастлив, видя отрешенность Рагунатха. И однажды Махапрабху решил тоже пойти и вместе с ним поесть этот просад. Рагунатха мыл рис Джаганатха, а потом солил его и начал собраться только есть. Махапрабху пришел, взял ладони этого просада и начал есть из Сварупа-госвами. Потом опять он, когда пришел, заметил, схватил Махапрабху, сказал, что это не для вас. Как ты не даешь мне, то, что ешь сам? И Махапрабху говорил, я ел много просада, но настолько прекрасного, который ешь ты, я никогда не ел. В Джаганатхапури можно есть просад с одной тарелки с собакой, нет, там правила учистхи, в этом правила, в этом слова Джаганатха просада. И вот Махапрабху силой взял, вырвал до него изо рта буквально этот просад и восхищался его вкусом. Но Сварупа-госвами сказал, что нет, это не то, что ты должен есть. Махапрабху был очень счастлив, видя отречение Рагунатха, и поэтому Рагунатх Дасгасай, наш Прайоджан Татвачарья, как это узнать, если я спрошу, почему Рагунатх Дасгасай, он Прайоджан Татвачарья, почему, какова причина, как мы можем это определить, по какой сиданте? Махапрабху, он дал Гиридхари Лала и Гунджамалу. Пытайтесь понять эту сокровенную сиданту, как мы знаем, что Рагунат Дасгасай Прайоджан Татвачарья. Махапрабху, он однажды, он дал этого Гиридхари Шилу. Гиридхари Шилу дал Рагунатху, и с тем временем он Гунджамалу, которая при из Вриндавана каким-то преданным принесена. В чем же сиданта в форме? И какова же сиданта? В форме Гиридхари Лала, в форме Гирираджа. Махапрабху, он дал Кришну. Рагунатху, а Гунджамала — это олицетворение Радхарани. И вот Рагунат Дасгасай получил эту возможность, и Махапрабху дал ему указание, что ты обретешь Раду и Кришну. Гунджамала — это также олицетворение признаков премы. И поэтому он Прайоджан Татвачарья, такая сокровенная сиданта, но кто ее знает? Многие просто растеряны. И вот в итоге мы должны помнить всю эту сиданту. И завтра будет заключительная, сложно сказать, что это заключительная речь, я, когда будет возможность, продолжу опять, поскольку это сокровенная сиданта очень обширна. वाचः सत्त्वभूषितं कायः परहितं यस्य कलिहितस्य करोति किं कलि कैन
Может ли Кали принести какие-то проблемы мне, может какие-то борьба какая-то, может быть это обязанность Кали всякую борьбу начинать. Я уже много раз сказал, что какая-то неизвестная сила работает против нас, чтобы прекратить нашу проповедь. И мы как-то проповедуем без множества людей, денег и прочего, но кто может остановить нас в этом вопросе?